обработки вызова 112. Слушаю вас. Еду по объездной по Горска. Тут пожар, горит что-то. Вас плохо слышно. Повторите, где вы находитесь. 20 километров по Горска, московская трасса. Да, сарай какой-то сгорел. Потушили, конечно. Ничего серьезного. Первое, да. Эй, парни, сюда. Давай, я перезвоню. Ага. Да, папа, Денис очень хорошо водит. У него замечательная машина. Пап, да, аккуратно. На следующей неделе, наверное. Давай, целую. Волнуется? Да, это что? Вино папе? Ну, он вроде как любит. Любит. Ты ему без этого понравишься. Ну, не знаю, вдруг он хотел кого-нибудь для тебя получше. Кого получше? Вы с ним оба в детдоме выросли. Вот именно. Уж поверь мне, твой папа мечтал выдать тебя за мальчика из хорошей семьи. Вот традиция у нас дочь. Она будет сама выбирать, за кого и выходить. По дому соскучилась? Ну так, чуть-чуть. У нас такой городок маленький, уютный, красивый. Тебе понравится. Пашка на полторашке. Че, не рассыпалась по дороге? Да нет, слава богу. Что у вас тут? Че, 4 трупа. Похоже, не первый год здесь лежат. С 90-х? Да не, эти посвежее будут. Алкаши, поножовщина. Кого высматриваешь, шефа? Да. Мне сказал срочно приехать. Сказал, а сам свалил. Дело-то глухарь. Так что тебе расследовать? Мне? Ну а что, никто же не хочет отчетность портить. Ты у нас человечек покладистый. Так что давай, разгребай. Шеф так сказал, что ли? Да шеф, шеф. Ну все, Пашка, на промокашке. Мы верим в тебя. Ага. Я пока не приступал, ночью буду работать. Пока разогреваюсь, будешь? Значит, у нас 3 скелета женских, 1 мужской. Время смерти разное. Я думаю, разрыв от 2 до 5 лет. У этих 3 руки за спиной связаны леской. Причин смерти я пока не вижу, но... У этого скелета, самого старого, голова проломлена чем-то тяжелым. Я думаю, что этим. А у 4-й руки не связаны? Нет. Но вот что интересно. У этих 3 в головах песок. В головах песок? У каждой, во рту. Причем интересно, на ферме такого песка нет. Ну, разное время смерти. Леска, песок. Смекаешь, о чем я? Серийный убийца. Вызвали? Да.
Проходи, присаживайся. Все свободен. Таня, Татьяна. Как твои дела? Большое спасибо, очень хорошо. Угу. Так, ты в Погорске бывала когда-нибудь? Да, давно, не по работе. Там на прошлой неделе нашли 4 трупа давнишних. Думаете, это я? Смешно. В интернете по этому поводу шумиха поднялась. Привлекли, так сказать, внимание. В общем, от нас кто-то должен туда поехать, проконтролировать. Ты? Хотите избавиться от меня, пока идет внутреннее расследование? Номер следака, который ведет это дело, я тебе скину. Созвонись с ним. Все в курсе, все. Татьяна? Павел? Так точно. Добро пожаловать в Погорск. Как доехали? Нормально. Вон моя машина, давайте. Сама она не тяжелая. Мы сейчас едем в гостиницу, заселим вас, вы отдохнете, а завтра... Заселимся вечером, а сейчас я бы хотела ознакомиться с делом. Окей, в управлении ждут вас, хотят познакомиться. Я сюда не знакомиться приехала, а работать. Ясно. А сумку в багажник можно убрать. Папа хотел, чтобы я за Костю вышла. Это сын его партнера по бизнесу. Я же говорил, мальчик из хорошей семьи. Почему не вышла? Да он мне не нравился особо никогда. Слушай, он меня старше лет на 10, наверное. Ну, почти как я. Ты это другое дело. Все, дай мне главу дочитать. Пора бы уже на электронные книги перейти. Ну, я же из Погорска. У нас все по старинке. И потом... Куда я буду цветочки прятать, которые ты мне даришь? Наконец-то. Из Москвы ехали или с Аляски? Мы с остановками. Папа, это Денис. Денис, это папа. Эд, зови меня Эд, и можно на ты. Хорошо. Одну секунду. Пап, Эд звучит как дед. Ну, вот женится, будет называть папой. Вино коллекционное, красное, сухое. Неплохой заход, Денис. Очень неплохой. Господи. А это что за зверь? Это лапка. Денис дарил в прошлом году, я же тебе рассказывала. Ладно, давайте выгружайтесь, умывайтесь и к столу. Там Люся нам приготовит. А я к дому. А Люся это кто? Люся это домработница. Готовит, убирает. Папа на это не способен. Ну вот. Здесь я родилась, выросла. Хорошо тут. Три женщины от 20 до 26 лет были убиты от года до 3 лет назад. И мужчина лет 40-50 был убит 5 лет назад.
У женщин руки связаны леской, во рту песок. У мужчины проломлена голова. В остатках одежды мужчины обнаружен ключ от наручников. Наручники не нашли. Я проверил всех, кто пропал в Погорске за последние 5 лет. Никто под описание жертв не подходит. Ясно. Завтра я хочу посетить место, где нашли тела. И поговорить с судмедэкспертом. Она у себя в областном 2 коллег с потрохами сдала. Кому сдала? Кому? Службе собственной безопасности. Превышение полномочий, подозрение на взятку. В общем, как минимум увольнение, а может и срок. Ничего себе. Ее в области все ненавидят, поэтому ее к нам и отправили. Ну чего, как там она? Да нормально, сейчас повезу ее в гостиницу. Ты с ней поосторожнее. Ну, может, неприятности добавить и нам, и тебе. Проблемная баба. Ладно, понял. Ну, будь к ней поближе. Ну, присмотрись за ней, так сказать. Понял? Хорошо. Понял, все. Хорошее вино. Душевное. Жалко, что ты не пьешь. Хотя, нет, молодец. Да я когда пацаном был, денег на хорошую выпивку не хватало, а барбатуху пить не мог. Вот как-то так и не привык к алкоголю. Это не беда. Главное, чтобы денег хватало. Ну, сейчас все хорошо. Просто, знаете, извини, ты. Ты знаешь, когда ты сирота, приходится пахать, карабкаться, пока не вылезешь. Да и отношение к нам детдомовским такое. Ну, да. А сейчас ты в транспортной компании работаешь, так? Менеджер по рекламе. Ну, видно, что не дальнобойщик. Ну, для дальнобойщика я хлебковат. А вот официантом могу. Пап, ну как он тебе? Ну ты даешь. Ты же не для меня его выбирала. Смешные прям. Дрожите, что я нос буду воротить. Я хочу, чтобы моему папе нравился мой жених. Знаешь, как он волнуется? Денис хочет, чтобы у нас была настоящая семья. Ну там бабушки, дедушки, родители, дети, внуки. Ясно, ясно. Я же не против. Будет ему семья. Хотим через год пожениться. Ну, когда институт окончу. Хочу учиться, потом жениться. Ну, дело ваше. Ну, а я чем смогу, я помогу. Я вас в гостинице ищу. Вы опоздали. Да меня машина подвела. В следующий раз пораньше выйду. Мне личный водитель не нужен, не стоит волноваться. Да ко мне не сложно, вы города ведь не знаете. Погода какая стоит, да? Почему здесь закрыто? Так а вход с другой стороны. Пойдемте. Аккуратней. Спасибо. Я не понял. Что вам не понравилось в моем отчете? То, что он слишком поверхностный. Например? Пломбы, коронки, переломы. Ну, да. Эти моменты я упустил. Вы что, пили? Я не пил. Употреблял немного. Утром на рабочем месте? Во-первых, не утром, а ночью. Утром я не пью. А во-вторых... Мне не интересует во-вторых. Ладно. Дмитрич,
будете искать себе других дураков на мое место. Проведите повторный осмотр останков. Внимательно. Поехали на место, где их нашли. Ты кого мне привез? Папа же ресторатор. У него и в центре заведение, и на трассе. Дома редко бывает. Алина, это ты мелкая? Чего? А, ну... Ну да. С мамой и папой. А это мама маленькая. А это мы на выставке цветов. Так вот откуда у тебя любовь к цветам. Мама любила цветы. Больше, чем тебя? Не надо так говорить, пожалуйста. Она же вас бросила 5 лет назад. Это папа думает, что бросила. А ты так не думаешь? Не знаю. Просто хочется думать, что у нее все хорошо. А папиных фоток нет в детстве или в юности? Нет. Он же детдомовский. Ну что, я тоже. Но у меня есть детские фотки. Ну, может быть, в его время с этим было сложнее. Фотоаппаратов было мало. А женщин за рулем еще меньше. Я помню, что обещал. Ну, то, что внутри периметра, мы осмотрели, вон, даже перекопали. Ну, на всякий случай. А там копали? На всякий случай. Осмотрели? Вроде ничего. Вроде? Но фигура речи – ничего. Ясно. Я вас поняла. Может, мы перейдем на «ты», а то все-таки вместе работать. Зачем эта официаловка нужна? Паша, ты отправлял запрос в область о пропавших людях? Ведь они могут быть не из Погорска. Отправлял сразу, как только наших местных проверил. И? Пока тишина. Долго собирать информацию? Наверное. Паша, для того, чтобы получить результат, недостаточно просто спросить. Нужно требовать ответ, иногда ругаться, но добиваться своего, а не сидеть у моря и ждать погоду. Понял, понял. Я позвоню. Я сама позвоню. Ускорю процесс. Значит так, все те постройки и всю эту территорию нужно проверить еще раз, тщательно и без вроде. Что это даст? Узнаем, когда сделаем. Хорошо, я шефу скажу, чтоб людей дал. Кто хозяин фермы? Бирюков, застройщик, у него ферма мертвым грузом на балансе. 10 лет ее пытается продать уже. Это все? Да. Может, мы поедем перекусить? А? А то с утра маковой росинки не было. Поехали к Бирюкову. Вот это граница города. Вот это старая объездная, ей, в общем-то, никто не пользуется. А вот та самая ферма, которая никому и не нужна. Так зачем же вы тогда ее купили? Ну, мы покупали всю колхозную землю, она входила в общий пул. Но отказаться от этой покупки мы не могли. У вас все, простите? Да. Не все. Послушайте, что вы себе позволяете? У меня нет времени на вашу ерунду. Я уже все рассказал вашему коллеге. Что вы хотите от меня? Я вызову вас повесткой, и вы потратите времени гораздо больше, обещаю. Ладно. Что вы еще хотите знать? Когда вы там были последний раз? Да лет 10 назад и был, когда заключали сделку. Сотрудников своих туда отправляли? Слушайте, я же уже говорил, за 10 лет ни одного покупателя. Нет, не отправлял. Кому она принадлежала раньше? Компания «Эндер», Илья Кольников и Эдуард Калашников. А наша уже 3 годика. Мы же с Лёшкой, когда поженились, я беременная была. А вы давно вместе? 2 года уже. Да. Дэн, ну что, по 50? Не, я не пью. Нет. Ну вот, не пьющая пара. А ты почему? С Алиной это понятно. Она однажды на школьной вечеринке так перебрала, что... Даша, пожалуйста, не надо. Так. Прости. А мне, пожалуйста, цезарь и вишневый сок. Угу.
Мне блинчики с семгой и минеральную воду без газа. Хорошо. Спасибо. А мне куриные медальоны, грибное сорти, лепешку и бокальчик каберне. И вам? А я еще не выбрал. Хорошо. А я тут слышала, в городе серийный убийца объявится. Ну что ты слухи-то распускаешь? В смысле серийный убийца? Да, за городом тела девушек нашли, молодых. Господи. Нашего с тобой возраста. Убиты в разное время. Ничего себе, тихий городок. Угу. Я как узнала, мне сразу отсюда уехать захотелось. Тебе всегда отсюда уехать хотелось. И уеду. Вот Алинка устроит со своей Москве. Ой, меня позовет. И уеду. Я на минуту. Можно вас? Но я определился. Так, мне давайте... Ой, это твой папа, что ли? И... Жульен, что ли? А это партнер его? Да, сын партнера. Тот самый Костик, да? Да, он здесь вроде как управляющий, а папа его друг владелец. Что-то даже не подошел поздороваться. Да и слава богу. И будьте добры еще вашей особой. Грамм 200 в графинчике. В чем проблема? Может, не стоит со всеми отношения портить, а? Утром Мидрич, наш патологоанатом, сейчас вот этот. У меня с ними нет никаких отношений, чтобы их портить. Я просто выполняю свою работу в рамках правового поля. А что это за компания, Эндер? Местные рестораторы. Раньше занимались землей, сейчас ресторанами. Ой, было хорошо, но мало. Так, хватит пить. Бери вон пример с Денисом. А, то есть он у нас теперь сын маминой подруги. Блин. Вот и наша москвичка. Это кто? Да никто, не важно. Пойдем. Рома, привет. Подросла, похорошела, остепенилась. Обороты сбавь. Ты что такое? Маму свою позовешь, как обычно. Как она, кстати, нашлась? Заткнись, придурок. Я тут одно немецкое кино смотрел. Так там одна актриса очень похожа. Слушайте, тебе сказали заткнись. Пожалуйста, не надо. Леша, разними! Так, пьяный? Да ладно. Да он вообще не пьяный. Да вы знаете, кто я? Давай, друг, пошли. Руки убрали, это не ваше дело. Кто это был-то? Да, одноклассник мой бывший. Рома Жилин. Пьяный идиот. Денис, прости, пожалуйста. Я... Да все нормально. Ты-то в порядке? Просто хочу это забыть уже как можно быстрее. Извини меня, Денис. Приехал в дикий городок, а здесь... А тут Дикий Запад. Бандитский Погорск. Угу. Моя невеста с бандитского Погорска. Не волнуйся, не убегу. Доброе утро всем. Доброе. Здравствуйте, Люся. Доброе утро, Алиночка. С приездом? Спасибо. Вы уже с самого утра на работе. Да, вот пирог испекла к завтраку. Порадовать вас хотела. Вернемся, обязательно попробуем. Пап, ты не вздумай все слопать. А куда вы с утра пораньше намылись-то? А Денис будет учить меня водить машину. О, хорошее дело. Мне рассказали про вчерашний инцидент. Не вы, правда. Папочка, мы не хотели тебя волновать. Ну, правда. А этот Рома Жилин, твой одноклассник, он чего, взревновал, что ли? Я не хочу про него говорить, правда. До свидания. До свидания. Доброе утро. Доброе. Поехали? Тебе тоже вчера досталось? Не особо. Он пьяный был. Я даже заявление подавать не буду. Зря. Папочка, мы через пару дней обратно в Москву. Нет времени ходить по полиции. Ворота оставьте открытыми, я тоже скоро поеду. Пока.
Шеф не видит смысла повторно осматривать ферму. Тем более всю. Чем мотивирует? Нет ресурсов. Люди заняты. Мясу не нужен маринад, если оно свежее. Берешь лучок, перчик, соль и сразу на шампуры. Я перезвоню. У вас серийный убийца гуляет по городу уже несколько лет. Ну так поймайте его. Вы же здесь для этого. Поймаю. А вы мне поможете. Повторным осмотром фермы или всего города? И всего города, если понадобится. Знаете что? Знаю. Либо вы мне даете людей для осмотра фермы, либо я пишу рапорт о вашем халатном отношении к расследованию. Нужно проверить вот это заявление. Бородаев без определенного места жительства прошел 3 лет по адресу. Так это социальный приют. Бродяга. Он пропал 5 лет назад, ему было 47 лет. Да, я понимаю, но бродяга. Ладно. Так, спокойно. Главное не торопиться, да? Не нервничать. Ты когда так говоришь, я еще больше начинаю нервничать, Денис. А? Почему у тебя не автомат? Да потому что это отстой. Давай, пробуем. Давай еще раз. Передачу. Сцепление выжили, аккуратненько, газ добавляем, отпускай, 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 отпускай. Так, я так больше не могу, серьезно. Ну что ты как маленькая-то, а? Ну не все получается с первого раза. Вот если бы я так сливался, я бы ничего не добился в жизни. Спился бы или он... сидел бы, как многие из наших. Давай попробуем еще раз. Давай попробуем еще раз. Так, передача. Передача. Аккуратненько. Сцепление отпускаем, газ добавляем. Я не такая упрямая, как ты, извините. Потому что ты папина дочка. Если у меня когда-нибудь будет машина, у меня будет обязательно коробка-автомат. Поехали домой, Денис. Ща. Ой. А у вас есть тут служба эвакуаторов? Ой. Борода у нас жил 2 года, может больше. Ну, работал где придется. А так человек тихий был, смирный. Никаких проблем с ним не было никогда. Раньше пьющий был, но потом бросил. Мы ему даже документы хотели сделать, чтобы он официально на работу мог устроиться. Квартиру снять хотел. Но пропал. Да. Нет, ну он и раньше дня на 2-3 пропадал. Ну, если халтура какая, мог и на объекте ночевать. Трудяга был. А тут неделю его нет. А я смотрю, вещи на месте. Ну, если бы хотел насовсем уйти, он вещи-то забрал бы. И вы пошли в полицию? Да. Ну, там все равно искать не стали бы. Они даже заявление сначала принимать не хотели. Ну, мол, бродяга, смысла нет. Ну, конечно. Скажите, а у Бородаева были какие-нибудь особые приметы? Какие приметы? Так хромал он на правую ногу. У него правая нога была сломана, и там, видимо, как-то кость не так срослась. Ясно. Спасибо. Да не за что. Вы, если найдете его, передайте, что мы его ждем тут. Чего? Не я заявление принимал, занимался поиском. Угу. Звони патологоанатому. Не берет трубку. Даже не удивлена. Поехали к нему.
Место иди. Пошел. Пошел вон отсюда. Ты... Пап. Если вы задержитесь, я готов потерпеть это лохматое чудовище. Я на минуту документы забыл. Вы, кстати, покатались уже? Где машина? Да, на ремонте. Меня через 3-4 обещали отдать. Ну, я ее немножко сломала. Она тебя до свадьбы еще разорит. Ладно, я поехал. Все, до вечера. Давай. Слушай, а может, порядок тут наведем? Где? Во дворе. Вон забор покосился. Я видел, там плитка отвалилась. Папа раньше недвижимостью занимался. Денег было куча. А теперь, видишь, кафе, рестораны. Остатки былой роскоши. Слушай, ну папа твой добился всего, чего хотел. Может, расслабиться, в принципе. Он у тебя крутой. Я бы хотел быть таким, как он. А я не крутая. Ты моя любимая. Дмитрич, проснись! Ой, что, еще трупов привезли? Да типун тебе на язык! У вас совесть вообще есть? Сейчас рабочее время, а вы пьяные! Да, пьян. Но я же работоспособен. Посмотрите останки мужчины, меня интересуют. Уже осмотрел, всех осмотрел. Ну? Ну, а что ты не успел составить? У мужчины переломы есть? Есть. Перелом правой берцовой кости. Но срослось неправильно. Так что я думаю, что он при жизни хромал. Бродаев. Личность первой жертвы установлена. Нужно установить всех, у кого работал Бородаев. Узнать все о его последних днях. Это будет непросто. 5 лет прошло. Люди мало что помнят. Придется вспомнить. Таня, я хотел с тобой кое-что обсудить и спросить. Слушай. Тебе не кажется, что из-за твоей жесткости у людей возникает отторжение к полиции? В целом. У нас работа такая. Нам нужны факты, а не эмоции. Мы должны научиться отличать жертв от свидетелей и от подозреваемых. Так люди все разные. Я думаю, что надо уметь найти подход к ним. А если ты всех делишь на жертв, свидетелей, подозреваемых, то чего получается-то? У тебя, наверное, и друзей-то нет? Эту клумбу мама разбила. Мне 3 года было. Это клумба? Да. Она здесь цветочки посадила, пыталась ухаживать, потом забросила. Хочешь восстановить ее? Ну, попытаюсь. А я тогда попытаюсь забором заняться. Давай. Алина! Твое животное опять на моем кресле валялось. Помяло? А при чем тут помяло? От него шерсть, оно на одежде остается. Эд, эта собака не линяет. Пап, что ты злишься? Я не злюсь. Так, а что вы тут делаете? Небольшой ремонт. Забор починим. Чтоб без дела не сидеть. Что за ерунда? Не трогайте тут ничего. Я найму людей, они все сделают. Зачем вам напрягаться? Так нам не трудно. Пап, не перестань орать, пожалуйста. Я не ору, это во-первых. А во-вторых, вообще мне в офис надо на работу. Извини, я не знаю, что на него нашло. Он обычно так не разговаривает. Да ерунда. Да мне перед тобой еще неудобно. Машину твою сначала сломала, теперь заставляю в огороде копаться. Нормально. Я ведь теперь вроде как часть семьи. Знаешь, у меня это впервые. Так здорово. Борода у нас часто подрабатывал. То дров шашлычнику наколет,
кто с выгрузкой поможет? Повседневная работа. Ну, его кормили, денег давали немного. Потом он пропал внезапно. И вы его не искали? Так бомж ведь, хоть и рукастый. Что-нибудь еще можете сказать? Ну, как-то рассказывал, что за ним кто-то следит, но кто чего, без понятия, я не расспрашивал. А перед исчезновением ничего странного не было? Вот незадолго до исчезновения сказал мне, что скоро начну жить как нормальный человек. Не знаю, что он имел в виду. Спасибо. Ясно. Ну, если что-то вспомните, то... Сообщу, конечно. Спасибо. Звонили из области. Так. Нам прислали все дела о пропавших мужчинах и женщинах за последние 5 лет. Много? Даже очень. И все их нужно просмотреть в Паше. Слушай, а ты не знаешь, что у отца какие-нибудь строительные штуки? Ну, там, саморезы, скобы было бы идеально. Пойдем в сарай посмотрим. Пойдем. Молодцы. Боже. Это твоя мама? А кто их так? А вот и друг нашей Лигеры пришел. Не смог ее отговорить от бессмысленного осмотра, да? Или это была твоя идея, а? Ну, а вдруг не бессмысленно? Не, ну вы, конечно, молодцы, опознали личность одной из жертв. Но что вы еще-то там хотите найти, а? Да это интернет все. На местных форумах пишут, что не обыскивали мы ферму. Вот паникеры и считают, что трупов может быть гораздо больше. А это сообщение начиталось и имитирует бурную деятельность. Вообще-то она работает. Молодец! Напарника защищает. Молодец! Слушай, Паш, а ведь ты можешь выгоду из этого извлечь. Ну вот охмуришь ее, переведешься в область и карьеру сделаешь. Только для этого, Пашенцы, измениться нужно. Мачо стать настоящим. Мне тоже надо посмеяться сейчас, да? Да шучу я, господи. Ну ладно, ладно. Шутки шутками, а ферму осмотреть надо. Берешь, значит, двух пацанов из третьего отдела. И туда. Я надеюсь, сладкая парочка примет участие в этом мероприятии. Все, по коням. Папа. Я был в офисе, поэтому не отвечал на звонки. Я звонила в офис. Я был занят. Ужинать не буду. Ты видел у него на шее что-то? Что? Помада или краска какая-то. Думаешь, у него есть женщина? Вот, собрали вероятные улики. Ты думаешь, это смешно? Мы ж просто... Просто работайте как надо. Участки надо разметить и проверять каждый куст и каждый камень, а не мусор тут собирать. Выполнять! Может, не стоит с коллегой не ссориться? Все-таки общее дело делаем. Мы же это боевое братство. Братство – это семья? Но когда интересы семьи выше службы и закона – это мафия. Ну что? Как там продвигается ремонт двора? Я сегодня на работу больше не иду, поэтому присоединюсь к вам. Папа, что это?
Где вы это взяли? В сарае. Что они там делали? Почему в таком виде? Понятия не имею. Надеюсь, ты не думаешь, что это я их вот так вот изуродовал? Пап, я не знаю. Ты очень сильно переживал из-за мамы. Я это помню. Если ты не сдержался, ну, я могу это понять. Я переживал, я и сейчас. Но я не такой псих, чтобы вот так вот. Правда, не знаю, кто это смог сделать. Татьяна, идите сюда! Сюда! Вот, нашли.